И кому я должна это сказать? Еще и столько раз! Это всем секси, доброе утро! Чего? Да не, вам показалось! Кэти, Кэти, можно тебя на минуточку? Привет, Ная, чего? Что случилось? Офигеть, и что делать? Я не знаю, что с этим делать. А что будет, если я не выполню за сегодня? Ну, может, отец работает в лаборатории, он говорит, что будет очень-очень плохо. Да, блин. Итак, доске писать формулу пойдет... Ная, прошу вас, что-то не так? Вы идете? Да, я иду, профессор. Ну, пишите формулу, мы же ждем. Да, да, сейчас запишу формулу. Такой секс. Что? Да нет, ничего, профессор, вы что, вам показалось? Это какой-то капец. Учебный день закончился, а я так и не сказала все слова. Так иди вон, скажи нашему дворнику, мистеру Пендерецкому. Мистер Пендерецкий. Да, Наечка. Вы такой секси. Неужели кто-то это оценил? Посмотри, мой танец с метлой. Посмотри, лай-лай-лай. Наконец-то этот дурацкий день закончился, я сказала все эти дурацкие слова. Чего? Чего?